Очень много граждан, которые не оплачивают транспортный, земельный и налог на имущество. Будет проведен ряд мероприятий об ограничении, об установлении ограничений на все имущественные права без предупреждения. Мы можем ограничить регистрационные действия на транспортные средства, можем ограничить выезд за пределы Российской Федерации. Всем должникам отказывают в данный момент в кредитах, ну и так далее. И будут списаны денежные средства со всех имеющихся счетов, вне зависимости от того, социальные они либо кредитные. Данное рейдовое мероприятие будет проводиться каждый понедельник. И утром с 6 часов утра, и вечером после 6 часов до 22:00. Рекомендую оплатить налоги.